Сегодня в штабе общественной поддержки Тамбовской области состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию десятилетию русской весны, воссоединению Крыма и России. В формате телемоста в прямом эфире севастопольцев поздравили жители Мурманска, Курска, Челябинска и Воронежа. На мероприятии патриотического урока присутствовали ученики 7-й гимназии и 6-го лицея, а также на мероприятии был актер, поэт, военкор Михаил Мамаев и политолог Сергей Хомутинкин. Они объяснили про единство и силу российского государства. Затронули такие темы, как российская государственность и современная история Крыма России. После мероприятия политолог Сергей Хомутинкин рассказал, какие главные ценности в России. Есть несколько политических ценностей, которые определяют наши пути. Это, во-первых, ценность государства, вот, которая воспринимается вообще традиционно в России как некие сосредоточения справедливости. Вот, ценность справедливости, вот, то, что называется правда, то, что еще в древнерусских философских источниках имеет место быть, и, в общем, то, что прошло, тоже проходит красной нитью через, допустим, всю историю политической, правовой мысли России. Вот, он даже не переводится на английский язык, трудно перевести. Вот наша такая, можно сказать, фишка, да? Вот, это очень важно. Русский человек ищет правду. Вот. Русский человек, конечно, ищет свободу. Вот воля, свобода, вот, это термины, которые, чтобы никто вот не доставал. Вот. Такой тоже, в общем-то, есть. Поэтому, несмотря на важную роль государства, ну, справедливость, порядок, это тоже, в общем-то, вещи, которые очень важны. Также работники штаба рассказали, в чем польза общественной поддержки. На площадке штаба у нас проходит 3-4 мероприятия каждый день. Мероприятия у нас разные, то есть от круглых столов до танцы, йога, растяжка, от старшего поколения до младшего поколения. У нас дети здесь рисуют, арт-терапия проходит, то есть разнообразные для разных людей, для разных интересов мероприятия. Есть афиши штаба, где может каждый ознакомиться и прийти на те мероприятия, которые ему интересны. Для того, чтобы люди знакомились, какие-то интересы общие появлялись. Для знакомства, наверное, больше штаб создал. Топ-новости. Продолжаю следить за новостями и событиями. Оставайтесь с нами.